Екатерина Стриженова сообщила, что они с мужем Александром Стриженовым сразу второй и третий раз стали бабушкой и дедушкой. Их старшая дочь Анастасия родила двух сыновей. У нее родилась двойня. Малыши появились на свет в США. Телеведущая поспешила поделиться радостью в соцсетях, опубликовав первый снимок с Анастасией и наследником. Екатерина приехала к дочери сразу, как только узнала о рождении внуков. Стриженовы часто критикуют в социальных сетях за то, что ее внуки имеют американское гражданство. Мальчиков почти сразу после рождения крестили.